Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал, и сегодня я хочу вам показать свой заказ с магазина Sunlight. Я его оформила в приложении и съездила, просто забрала в магазине. Это, кстати, очень удобно, можно и перед тем, как перед тем, как забрать украшение, можно его хорошенечко рассмотреть, повертеть, померить и так далее, и потом забрать. Так что вот такой вот у меня заказик, сейчас покажу вам там обалденные вещицы, которые я очень давно все хотела, все смотрела в приложении, думаю, нет, надо купить, мне кажется. Ну, вот 14 февраля скоро, да, и как раз вот это вот украшение, мне кажется, очень подходит для 14 февраля. Также скоро праздники различные, и там же есть и мужские украшения, то есть цепочки какие-то, браслеты, плюс часы. В общем, куча всего есть интересного в этом магазине. Внизу в инфобоксе я вам, как всегда, оставлю промокод со скидкой 10%, а также дополнительный промокод, который подарит вам скидку в 1000 рублей при заказе от 10 тысяч. Единственное, что в феврале все промокоды действительно только при заказе в приложении. Но вы можете заказать и так же, как я, просто поехать и получить свой заказ непосредственно в магазине и при этом получить скидку в 10% или 1000 рублей от 10 тысяч. Это очень-очень здорово. Я уже тут все, конечно же, распаковала, все померила. У меня здесь два украшения. Вот такие вот две у меня коробочки. Это серебро. И я заказала себе браслет и шейное украшение. Еще из этого комплекта есть серьги. Первое, давайте я открою шейное украшение. Я, конечно же, все покажу вам поближе. Все эти украшения находятся в пакетике. И я уже бирочку здесь сняла, потому что уже все примеряла. Идет вот такая красивая цепочка, на котором сердечко из керамики. А второе у меня это такой же точно браслет. Мне безумно понравилось. Во-первых, здесь и вес достаточно большой. Давайте я вам сейчас покажу поближе, а потом покажу, как смотрится на мне. Давайте начну я с браслетика. Здесь идет размер 17. У нас получается серебро 925 пробы. И плюс само сердечко – это керамика. Вес 13,66. Посмотрите, какое классное плетение у этого браслета. Мне безумно понравилось. Еще очень удобно его одевать за счет того, что вот здесь вот получается такое широкое колечко. И, в общем, я в полнейшем восторге. Также покажу, как смотрится на мне. И второе украшение – это шейное украшение. Серебро тоже 925 пробы. Вес 32 грамма. Будет, конечно же, все ссылочки, все артикулы я вам оставлю внизу в инфобоксе. И вот такое вот шейное украшение. Они одинаковые. Еще, девочки, очень красивые сережки. Тоже идут вот с такими сердечками. Я их вживую не видела. Видела только в приложении. Так что на сережки вам на всякий случай тоже оставлю ссылочки к этим украшениям. То есть реально очень красивый вот такой получается комплект. И вот это вот плетение, оно нереально классное. Я боялась, что будут цепляться волосы, но нет. То есть оно сделано очень такое, видите, подвижное, то есть можно подвижное, гладкое такое, и при этом не, ну, соответственно, не скручивается никак, ничего. В общем, безумно классно, даже летом с джинсами какими-то, да, с джинсовой какой-то одеждой будет безумно классно смотреться. Очень классное. Не знаю, я прямо когда в приложении увидела, я влюбилась. Еще хочу теперь есть, знаете, с керамики такие кольца. Тоже очень много всяких красивых. Надо будет мне тоже такого синего цвета керамические. И тоже надо будет мне себе присмотреть. Вообще получится супер такой комплект. Покажу по ценам, что у меня обошлось. Значит, получается шейное украшение. Оно стоило 15,180. Соответственно, с промокодом, с плюс скидки, как всегда, в Sunlight. Sunlight очень радует своими скидками. Получается, мне шейное украшение обошлось в 5,160.
Посмотрите, как здорово. Это вообще очень приятно, скажем так. И браслет обошелся мне в 3562. Давайте украшения мне обошлись 8724. Вот у меня получается оплата баллами. Это через приложение там автоматически идет оплата вот этими баллами накопленными. Плюс скидка. В общем, итого сумма 8724. Очень приятно. Но за такие красивые украшения достаточно объемные и по весу в том числе. Мне кажется, это отличная цена. Давайте покажу, как смотрится на мне. Итак, вот так вот выглядит это украшение. Боже, как оно мне нравится, девочки. Вы себе не представляете. Такая достаточно массивная цепочка и вот такое вот керамическое потрясающее сердечко. Сердечко достаточно небольшое, но и крупное сюда, мне кажется, было бы не очень. Вот все самое то, что называется. И застежка получается у нас спереди. И это прикольно, потому что ничего вот так вот не крутится туда-сюда, а лежит прямо вот так вот на шейке. Плюс вот такое милое сердечко и браслет. Браслет, конечно, тоже потрясающий. 17-й. Я обычно покупаю, кстати, 18-й. Но вот мне на мою ручку вообще отлично подходит. С таким вот замечательным сердечком. Мне безумно понравились эти украшения. Я когда увидела их вживую, я поняла, что они вживую реально намного интереснее, намного симпатичнее, чем даже в приложении. Так что очень довольна я вообще. Так что не забывайте, что я вам также оставила все промокоды, все ссылочки внизу в инфобоксе. И артикулы оставлю, и ссылки на эти украшения также оставлю. Но промокоды в феврале действительно только через приложение. Не забывайте это. Так что, чтобы у вас была такая же выгодная цена, как у меня, обязательно воспользуйтесь моим промокодом. Ну, а я, кстати, сегодня хочу вместе с вами приготовить пасту с соусами, которые я показывала в закупках продуктов из магазина «Лента». Покажу, как выглядит эта паста, но я буду делать ее не с грибами, не с шампиньонами, а с обычными своими грибами, которые я собирала сама у нас в лесу. Так что немножечко у меня получается другого, наверное, вида, чем если сделать с шампиньонами. Еще сейчас успела, девочки, поймать курьера. Привез мне из моего любимого магазина. Вот так называется. Вот. Кстати, оплачиваю онлайн обычно. Ну, так удобнее мне. Вот. В общем, я заказала здесь еду. Девочки, кошмар просто. У меня, в общем, вот такую я как-то заходила в магазин. Вот этот именно Pet Shop. Он у нас есть, ну, есть розничные магазины. То есть не обязательно интернет-магазин. И, в общем, взяла вот такой корм, называется Go. Тоже понравился моей собаке, она в диком восторге от него. Он дорогой, то есть по сравнению с остальными другими кормами, даже дороже, чем Royal Canin, Hills и так далее. Но хороший, качественный, по крайней мере, так говорят. И мне девушка на кассе, ну, вот, которая продавец в этом магазине, она сказала, что редко кто отказывается вот от этого корма. Говорит, я таких не знаю, поэтому, в общем, набрала ей тут куча вот этих банок своей собаки. Я даю ей вот эту банку на завтрак, а днем там, ну, ближе к вечеру она мне есть сухой корм. Вот, так что это у нее такой вкусный питательный завтрак. Вот, но у меня тут образовалась, девочки, такая ситуация, что мои коты стали воровать этот корм у собаки. То есть они реально, вот кошка, она реально прям вот с утра ждет, когда я начну всех собаку кормить, и начинает выпрашивать. Более того, он начинает отнимать. Собака у меня такая, знаете, у меня главенствует в доме коты. Собака на последнем месте, поэтому она ему всегда уступает, никогда не рычит, ничего. В общем, я решила заказать тоже котам. Вот такой взяла Purina Pro Plan. Они мне едят сухой корм этой марки. Для стерилизованных взяла им тут. Вот, по-моему, две у меня баночки. И от этой же марки Go взяла вот такой вот корм. Потому что кошка у меня просто балдеет вот от этого корма. Если кот еще, ну, как бы по настроению, а кошка прям балдеет вот от этого корма. Собачьим кормом нельзя котов кормить. Поэтому я ей заказала вот такой вот маленький баночки здесь по 100 грамм.
тоже с разными вкусами. И вот такой еще Purina Pro Plan старше 7 лет. Это что-то наподобие паштета. Вот. А это все мои песени. Как вы видите, тут разные, ну, с курицей в основном, потому что у нас проблемы с желудочно-кишечным трактом, с печенью, поэтому с поджелудочной, поэтому у меня в основном курица и индейка из кормов. Здесь вот, здесь у меня, по-моему, баранина, что-то такое. Вот, то есть не свинину, ну, такой стараюсь ей, более такое. В общем, вот такое вот купила кошакам своим. Вот, давайте покажу, кому интересно состав. Буду давать только по утрам. Вот такой вот у него состав. Вот, не знаю, по-английски читать не умею. Вот, кому интересно. В общем, целый пакет еще у меня здесь, как всегда. Вот, банок. Дело не дешевое, отдала 2661. Вот за такую горку. Но это в качестве у меня вкусняшек будет. Ну, то есть собака у меня по утрам съедает баночку. Она у меня лабрадориха, поэтому... И, конечно, такая баночка на один зубок. Вот. Ну и кошакам буду делить им пополам. Баночки вот эти вот. Даже на два раза. Вот. Паучи вот эти вот. Паучи, да, вот эти пакетики. Я им не хочу давать, потому что они слизывают у меня вот этот соус или желе. И все остальное не едят. Смысл покупать, чтобы потом выбрасывать. Поэтому взяла вот такие баночки. В общем, кошмар, девочки. Доводят меня мои хвостатые вообще. Да, я не знаю. Да просто сумасшествие какого-то. То они это едят, то не едят. В общем, бесит. Честное слово. Вот. Ну, хоть собака стала нормально кушать благодаря вот этим банкам. Потом ей... Сейчас у нее сухой корм Purina Pro Plan. Потом, может быть, сухой корм вот этот Go закажу. Вот. Но мне девушка уверяла, что он очень-очень хороший. Какой-то супер-супер-пупер. Вот такое вот количество я заказала, получается. Вот это с ягненком и треской сейчас посмотрела. И вот на эти банки была скидка очень хорошая, что-то там в районе 20, что ли, или 30%. Каждая вот такая баночка обошлась мне в 230 рублей. А вот эти баночки стоят 113 рублей одна штучка, а вот эти баночки, получается, 63 рубля одна штучка. На них, по-моему, тоже была скидка. Вот на эти вот не помню, честно скажу. Вот, вот на эти точно была скидка 113 рублей, и вот эти, получается, 230 рублей. Вот, так что кошмар, девочки, доводят меня до белого коленя просто. Девочки, смотрите, вот она, кстати. Создание мое любимое, которое ворует у собаки корм. Вот у этой собаки корм ворует, да? Скажи, Бона. Скажи, она мою еду ест. Да, она, скажи, мою еду отнимает от меня. Мама баночки купила, все довольны. Все довольны, да? Консервы кушать будем. Да? Да? Гонечка. Кошку зовут Гуня, я уже как-то говорила. Ну все, не ревнуйте. Начинает ревностью страдать. Ой, как они у меня живут, нормально. У них у нас в доме кошки главные, а собака так, на третьем месте. Да? Главный у нас кот, потом кошка, а потом вот она, бедняга. И ревнует все время, когда котов глажу. Вот она, скажи, я ворую еду. У собаки так вкусно, скажи. Сейчас ей завтра попробую дам кошачий корм. Наверняка не будет есть. Собачий-то вкуснее, да? Она, кстати, и сухой корм у собаки тоже иногда ворует. Просто подходит, начинает есть, а собака рядом сидит и скулит. Да? Скажи, вот такая хорошая девочка. Хорошая. Она меня не особо любит, но тут что-то пришла, видно. Даю ей вкусно. Вкусно поесть. Решила меня полюбить. Да, Гонечка? Вот. Кошка, она у меня уже старенькая, ей 15 лет. Да? Уже, наверное, 16. Честно, не помню. Вот. Так что вот такая вот красавица. Да? Скажи, вкусно хозяйка стала кормить. Почему бы ее не полюбить? Да? И собака там на ноги, видите, мне легла. Что, типа, про нее тоже не забыла я. Ужас. Вот так и развлекаемся целый день, да?
Ну что, будем готовить пасту с соусом. Я в такой достаточно глубокой сковородке уже обжарила куриную грудку мелко порезанную. Вот с этим соусом будем готовить сегодня. Также добавила туда грибы. Здесь, в принципе, все написано, сколько чего необходимо, каких ингредиентов. Грибы и лук. Все это хорошенечко обжариваю. У меня грибы замороженные. Здесь в основном у меня подберезовики. Ну, такая смесь у меня, я бы так сказала, из грибов. Все это мы хорошенечко обжариваем. И потом будем добавлять сливки. Там на пакетике все написано, сколько каких ингредиентов нужно добавлять. Значит, добавляем сюда сливки. И практически сразу же нужно добавить непосредственно сам вот этот вот соус для пасты, то есть сама как бы начинка должна быть уже готова. Вот, я так примерно на глаз уже, потому что не первый раз готовлю. То есть, в принципе, нужно все перемешать и добавить уже сам соус. Все это нужно делать на медленном огне, насколько я поняла. По крайней мере, так делаю я. И все хорошенечко перемешать, немножечко погреть, как написано на рецепте. Вот. И добавляем уже сюда непосредственно наши макарошки. Можно добавить их побольше. Я в этот раз немного что-то отварила. Вот. И хорошенечко все перемешиваем. Соус этот, конечно, придает нереальный аромат. Вот такая паста у нас получается. Безумно вкусно. Никаких комочков, как обычно у меня получается. Достаточно быстрое приготовление блюда. Аппетитное, ароматное, сытное. Не знаю, очень советую попробовать этот соус. Продается, как я уже говорила, он в ленте.